Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло-Опт. Сегодня мы рассмотрим пакетик бумажный, малый, поставщик Россия. Это очень удобная упаковка для вашего декоративного мыла или косметики, или, например, ароматных медальонов. Плюс этого пакетика в том, что вы можете сами его украсить. Например, наклеить какие-нибудь красивые наклеечки, даже можно сделать какие-нибудь бантики с ленточки тоже приклеить. А если вы будете делать это с ребенком, то ребенок будет явно в восторге, можно будет ему нарисовать различные фигурки животных и прочее, и подарить, например, тоже мыло там бабушке или маме. Это тоже будет развивать творчество. В этот пакетик можно еще положить различные кофе, чай, даже конфеты. Тоже будет очень красиво смотреться. Это из натуральной бумаги. Он прочный, красивый и удобно в нем ложить изделия. Вот так выглядит пакетик. Он небольшой, компактный, как раз для маленьких изделий. Вот такое открывается по бокам. То есть можно ложить объемные ингредиенты, вещи. Вот такой. Внутри вот так смотрится. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!